Всем привет! Пришла посылка с Алиэкспресс. Заказывал смарт-часы за 650 рублей. Заказывал ради интереса, чтобы просто поглядеть, что за часы за 650 рублей пришлют. В общем, вот так они выглядят. Тут почему-то поцарапано. Это я понять не могу. Резинка закрывается неплотно, так отходит. Так они выглядят, циферблаты не меняются. В общем, часы как бы мне не понравились. Но с Bluetooth они соединяются. Смартфон и разговаривать можно, но как бы звук такой отвратительный. Во всех настройках я так и не смог найти, как установить дату. Вот, допустим, часы, дата и время. Укажите дату и время. Ну, там время есть, допустим, сохранили. А где дату ставить, я понять не могу. То есть, в общем, дату я так и не нашел, как ее тут сохранить. Формат даты есть. Ну, в общем, такая безделушка, которая непонятно для чего. Единственное, что можно в ней, это вот когда, допустим, на смартфоне переключать музыку. Вот это единственное, для чего ее можно использовать. Ничего, ни шагомер не работает, будильник кое-как работает, набор вроде как работает, но не всегда, сообщения не приходят. Ну вот музыка, когда включаешь, тут можно переключать музыку на смартфоне. Типа идешь, слушаешь музыку, вот, и переключаешь. В общем, как полноценная вещь, я считаю, что она никуда не нужна. Из-за 650 рублей. Поиграться детям только. Ну а внешне как бы выглядит более-менее нормально. Какие-то все время помещения, что-то все слетает, Bluetooth. В общем, ерунда полная. Никаких мелодий не ставится. Ни тем не ставится. Циферблатов не ставится. Только либо вот такие 031. Либо вообще какие-то просто стрелки там, ну, вообще дурацкие. Из мелодий, там вроде три мелодии. Такие жуткого звука. Вот, три звонка только можно поставить. Типа такого звука. Бай-бай. Заряжаются они тоже, разряжаются быстро. А потом еще и не включаются, когда заряжаешь, они то ли заряжаются, то ли не заряжаются. Ну, в общем, это каждому решать, покупать такие часы, не покупать. Но я так думаю, там есть на Алиэкспрессе подороже часы. Уж лучше, наверное, подороже купить. Где там симку можно ставить и флеш-карту. В общем, я, в принципе, недоволен этими часами. Бесполезная трата денег, как бы. Ну, а так, что? Выглядит как самые дешевые китайские часы. Использовать по назначению их фактически нельзя. Ну, как побаловаться, да? Можно. Ну вот что, в комплекте кабелек шел, который почему-то, по-моему, он вообще не работает у меня. Я из другого кабеля пробую. Ну и какая-то инструкция. Китайская инструкция. Вот. Ну, на
английском, правда, не на китайском языке. В общем, вот такая хрень продается на Алиэкспрессе. И можно ее купить всего лишь за 600 рублей. Всем пока. До встречи.